Всех приветствую на канале Ярославский огород. И сегодня у нас обзор на перцы сорта Калифорнийское чудо, который я выращивал в сезоне 2019. По своим характеристикам перец просто супер. Отличный вкус. Вегетация 120 дней. Высота куста около 40 сантиметров. И устойчив к заболеваниям. Итак, начнем. Посажены перцы были 10 апреля на рассаду. В Ярославле невозможно вырастить перцы, сажая их семечками в грунт, по причине того, что они не успеют вызреть. 4 июня перцы были высажены десантом в грунт. В мае и июне сильная жара мешала чуду хорошо развиваться, но были надежды на хороший урожай. Однако, как и практически во все культуры в этом сезоне, вмешался суперхолодный июль. Перцы Калифорнийское чудо отреагировали тем, что остановились в развитии, другими словами, впали в коматозное состояние. Ни пленочное укрытие, ни подкормки, ни танцы с бубном вокруг них не смогли их оттуда вывести. В таком состоянии они пробыли почти 2 месяца и только в 20-х числах августа пришли в себя. Момент цветения остался для меня незамеченным. То ли это произошло под пленкой в коматозе, то ли еще как-то. Однако в конце сентября удалось собрать очень скромный недозревший урожай. Данный процесс, к сожалению, не удалось запечатлеть на камеру. Таким образом, можно сделать вывод, что сорт отличный по всем характеристикам, но непредсказуемо реагирует на изменения погоды. А погода у нас летом очень переменчивая. В сезоне 2020 буду сажать этот сорт еще раз и надеюсь на хороший урожай. Всем спасибо за просмотр. Каждую пятницу в 20:00 по Москве премьера нового ролика. Всем пока и удачи!